Привет! В этом видео я покажу, как проверить клавиатуру перед покупкой, либо после того, как вы купили из магазина на тот предмет, чтобы все кнопки, все клавиши работали и отображались. Потому что бывает такое, что мы можем пользоваться клавиатурой несколько месяцев, а некоторые клавиши даже ни разу и не использовать. И при этом они могут не работать даже с магазина, изначально новые. И чтобы проверить клавиатуру, все клавиши нажимаются ли, реагируют у нас все клавиши. Давай посмотрим это видео и разберемся. Для этого нам нужно перейти в браузер, далее в поиске вбить тест клавиатуры и перейти на сайт, который называется keytest.ru. Вот так выглядит этот сайт. Здесь выбираем вверху раскладку клавиатуры, то есть либо для Windows, либо для Mac и компьютеров Apple. В моем случае Windows. И после того, как выбрали, нажимаем на клавиатуре все клавиши. Нам нужно заполнить. Нажать все клавиши. Когда клавиша нажата и получил отклик браузер, тогда клавиша подсвечивается на экране. И это означает, что эта клавиша работает. Чтобы проверить клавиши FN, если такие имеются, то нажимаем клавишу FN и клавишу громкости. Как видишь, все клавиши у нас высветились. Это означает, что на клавиатуре все клавиши работают. На этом все. Всем пока.